Ну что, куда пришли? Где будут? Вы что там делали? А? Вы что атаковали крылечко? А? Дай им еды скорее. Они не могут. А? А, они другое ждут. Они ищут на крылечке яйца. Ах ты, красавчик мой. Сюда вот, на середину ставь. Это им... О-о-о-о! Всё, Линдочка разогнал их всех. Чё, моя хорошая, ко мне пришла, да? Прогнали вас. О, ну, ты ко мне совсем хочешь, прям ко мне, ко мне. Иди, моя золотая девочка, ко мне захотела. Ну ладно, ладно, иди. Чё говоришь? А, ты с ними? А они меня окружили, на коленке аж прыгают. Вон, видите, что? Побежали, побежали. Всем надо. Смотри, что делают. Смотри. Ну, ну. Все, сапоги повалили, все, управились. Ага. Караульте, караульте, а то возьмет, да съест сам. То ли яйцо чистит. Вот как они их любят, яйца. Прям по запаху. Покажи мне, какое яйцо мы даем. А яйцо мы даем, видите, какое большое. Это гусиные яйца у нас еще есть. Ну а как, давай сюда, да и все. Давай, три. Чего разговариваю долго? Сейчас идти. О, видишь, что делают? Вон, вон, бегут, бегут. Ну и пускай, пускай. Да, да, иди, 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 давай, давай, иди, иди. Идите, идите, скорее, 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 скорее. Пока тут что-то дают. Тут что-то дают. Вкусняту, вкусняшку какую-то дают. Скорее, скорее, бегите. Видите, что делается, а? Они это яйца по запаху чувствуют. Ну давай, давай, ты что отстаешь? Быстрее, 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 пока ничего не кончилось. Ни пшеничку им, ни комбикорма, им ничего не надо. Им надо яйца. И хлеб. Да, и хлебушек очень любят. А? И хлеба принесешь. Но только гусятам не надо хлеба, а только цыплятам. Пусть выбирают, что хочешь. Ну как кто хочет, опять будут драться. Ой, вы мои золотые. Ох ты, вы мои хорошие, а. Это маленькая девочка. Вот так, 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 так. Завоевываем еду. А куры не обиделись. Они отбежали и тут же подбежали. Как воробьи налетают. Ну куда пошел-то? Ну куда пошел-то? Чего обиделся-то? Ой, какой ты есть. Нюрка, скорее беги, беги, беги. Вот этот гусенок неугомонный. Смотри, что курочек гоняет и все. О, о. Сейчас еще один подойдет. Смотри, что делает. Смотри. Опа! Опа! Попался! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой!
Все, завоевали. Ну не надо в кормушку, на пол прям кроши. Я тебе говорю, на пол кроши, чтобы видно было. Во-во-во-во. А то бедных куряток прям загоняли. Да. Посмотри, что делать. Когда за еду борются, никакой дружбы нету. Вот целый день ходят, друг друга не видят даже, не трогают. Как только к кормушке дело подходит ближе, так все, они сразу начинают друг друга гонять. Смотри, смотри, что делает. И там охота успеть, и там. Да, мы иногда им хлебушек даем. Утром, а? Вот он уже сколько дней так сидит. Наестся и сидит, не знаю. О-о-о. Ходит он нормально, все, что устает или толстый сильно стал, как бройлер. Сейчас этим. Вот этот гусенок у нас какой-то такой странный. Смотри, что всех прогнал. Всех прогнал. Нет, встал, вот и пошел, видите? А что сидел? Вот видите, опять уселся. Как будто устает сильно. Непонятно. Все, пошла игра. Ну что, моя хорошая, ну, ко мне приключалась. Пойдемте Гошке дадим пшенички. Гоша. Они вон купаются, видишь? Его семейство купается. Он это не видит. Вот они, мои красавчики. Вот, правильно, с самого утра. Стоит на берегу, на страже. Опа! У Гошки гусачки тоже, смотрите, подрастают хорошо прям. Хорошенькие. Они не так быстро растут, как вот капиталисты наши. Но все равно хорошие уже стали, посмотрите. Так они не приняли линдочек наших никто. Кому мы их только... Но не давали, так сказать. И все-таки они отдельно ходят. Я не знаю, как в других стадах, вот в больших, как они там соединяются вместе. Мне непонятно. Все равно у них есть и драки, и недовольство. Но как-то вот они все равно вместе ходят. Что ты говоришь, что ли? Но я не представляю, Гошка вот здесь. Ты их хочешь сюда выпустить, да? Что из этого будет? Будут гонять? Нет.
Вот там еще идет потихоньку. Не торопи его, он потихоньку ходит всегда. Ну, пусть ходит здесь пока. А Гошка тем временем повел своих. Мне так нравится смотреть, как они ходят по этой тропинке. Смотрите, в неведомую даль повел. Видишь? А? Гоша ученый у нас. Ага. Ну, это сейчас уже, конечно, а он замыкает. Он же за всеми следит. А сзади, по-моему, самая последняя это Матильда идет. А Гошка-то с ними впереди. А эти по той стороне. А, я их потеряла. Думаю, куда же они ушли? Они вот купались в корыте, там надо будет наполнить им воды. Но. И вон они подались. А я их думаю, где они? Они за ромашками, их не видно даже. Потом надо будет думать, там корыто.